Краевую детскую клиническую больницу номер 2 поступила вакцина от коронавируса «Спутник М», известная как «Гамковид-ВАК-М», в количестве 90 доз. Она предназначена для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Прививать детей здесь начали с 31 января. Вакцина состоит из двух компонентов, почти в принципе точно так же, как и для взрослого населения. То есть первый компонент вводится, и через 21 день вводится второй компонент. Отличие составляет в том, что в вакцине «Гамковид-ВАК-М» идет уменьшение содержание антигенов. Все просто. Нужно записаться в поликлинике на сайте ЕР-25 или госуслугах. Те, кому 12-14 лет, приносят согласие родителей или опекунов. 15-17-летним достаточно собственного. Противопоказания к прививке у детей такие же, как у взрослых. Это тяжелые аллергические реакции или гиперчувствительность к одному из компонентов. К сожалению, в последнее время у нас регистрируется большой подъем заболеваемости острой респираторной инфекцией у детей, в том числе коронавирусной инфекцией. Здесь нужно сделать акцент, что за последнюю неделю января месяца новой коронавирусной инфекцией заболели в 3,2 раза больше подростков, чем в предыдущую неделю. По данным Роспотребнадзора, эту коронавирусную инфекцию вызывает штамм омикрон, поэтому лучше всего обезопасить себя и детей и вакцинироваться. Всего в Приморье поступило 960 доз детской вакцины. Они распределены во Владивосток, Артем, Уссурийск, Спасск, Партизанск и в Октябрьский район. Следующую партию вакцины отправят в другие населенные пункты края. Екатерина Зверева, новости на Восьмом.